Главный инфекционист Актюбинской области попросил помощи у населения. По словам Мейрамбека Курмангазина, нужны волонтеры, готовые помогать медикам. Количество мест в больницах и дневных стационарах поликлиник ограничено. Врачи в первую очередь госпитализируют тяжело больных. Пациентов с пневмонией очень много. Свободных рук не всегда хватает, заявил медик. Врач посоветовал принимать меры уже при легком недомогании. При первых же симптомах необходимо хорошо питаться, много пить, есть побольше фруктов и избегать общественных мест. На данный момент в регионе зарегистрировано 777 случаев заражения коронавирусом и еще более 500 бессимптомных носителей. Ежедневно выявляют 20-30 больных.